Так, давайте-ка теперь поговорим и с остальными. Тут посмотри, сколько дополнительных заданий нам. Бегать, не перебегать. Надо поговорить. Отлично, спасибо. Если найдете еще спирт, сразу тащите нам. Улицы наводнены этими бездушными созданиями. Меня зовут Хьюго. Мать Елена сказала мне, мы должны сообщить оставшимся в живых людям, что они смогут... Что они смогут? Короче, что-то сообщить надо, да? Да. Короче, забей. Мне где тут алкоголь? Алкоголь? Можно сделать. Отели где можно сделать? Не тут, это... Далеко отсюда, короче. Надо поговорить. Нам нужно, чтобы кто-нибудь достал батарейки для фонарей. Ночью мы выключаем свет, чтобы не привлекать ненужного внимания. Не хотите нам помочь с батарейками? Да, я тебе помогу. Я знал, что вы согласитесь. Поищите в магазинах, машинах, домах. Они могут быть где угодно. Если что-то найдете, несите сюда. Поспешите, пока не стемнело. У тебя нет батареек? Мы должны сообщить оставшимся в живых людям, поспешите, что они смогут найти здесь... Деньги. Определенно. Да помоги вам, Господь. Идите к радиомачте и передайте Гранту этот магнитофон. Именно это ему нужно будет пустить в эфир. Я свяжусь с ним по рации и сообщу ему, что помощь в пути. Окей, так. С кем там еще перетереть? А, тут торговец, надо продать сначала. Сейчас. Продать, продать. Вот это продать. Восклицательный знак на улице? О, привет. Она согласилась? Один из туннелей канализации проходит под рекой. Он ведет на другую сторону. Но сначала нужно понизить уровень сточных вод, потому что сейчас проход затоплен. Мы можем отправиться в ремонтную мастерскую, и я покажу, как и чем мне нужно помочь. Я хожу уже не так быстро, как раньше, и вам придется защищать меня от этих демонов. Договорились? Договорились. Нам туда и надо. Спасибо. Тогда пойдем. Что, пойдем, его придется защищать. Проходи, чувак. Ух ты. Он только что сделал вид, как будто едет по ступенькам. Стой, а я поеду на нем. Почему бы нам не поехать на броневике на нашем, да? Не знаю. Хороший вопрос. Ага. Я думаю, что хороший. Так, мужик, ну я-то с баллоном бегать не могу. Так, нам сюда. Да ты шо? Так, нам сюда. А то мы не знали. Ха-ха, да! О, новый уровень? За что это? Мне что-то сейчас за что-то новый уровень прилетел. Ладно, попробуем пройти. Чё за хрень? Ну а так, короче, и получается, что ты старше меня. Воу! Это было эффектно. Я, конечно, знал, ожидал что-то подобное, но хотелось мне так сделать. Так, тут сейчас подъедим. Нет, а я вот реально не понял. Ух, нифига. А где вы есть вообще? Ну мы еще, там кто-то идем. А тут столько зомбарей? А где вы там идете, ё-моё? И зомбарей проходите мимо. Да ё-моё, дед, пропусти, твою мать. Тупила. О, да, дайте пройти, ё-моё. Он
она мне просто запрыгивает им на голову. Ну нормально. Забивает, понял? Следующий. Это умение такое, да? Наверное. Подойди так. Ближе. Подойди ближе, говорит. Что ты хочешь? Вот упырь. Ого! Ого, что я вижу? Что я вижу? О, да. Гори-гори, ясно. Ого, они все идут? Они все идут ко мне. Ну что, огнеупорные, что ли? Не все. Зомбарики. Да, не все, ты прав. Саймон говорит? Какой Саймон? Хм, тут, кстати, задание есть. Давай-ка заскочим. Спасибо вам. Тут еще многим людям нужна помощь. Поговорите с ними, может, пригодитесь. Окей, попозже. Так. Мы только что опыт получили за то, что выполнили задание под названием «Саймон говорит». Кстати, надо выключить сирену тут. Да. Баллон, баллон, баллон. Обожаю запах напалма по утрам. Супер. Мне непонятно, почему в голову нихера урон не проходит. Вот, короче, бессмысленно просто зачеливать в голову, просто стреляешь и все. Нет, кстати, людям проходит. А где мужик делся? Он что-то исчезает, появляется. Вот опять исчез. То же самое. Он что-то бегает где-то. Понятно, ладно, нам надо дебильный какой-то. Нам вообще видно, проходить надо дальше. О! Народец там. Жом! Отойди! Как он загорелся, слышишь? Ты и меня поджег. Так вы стоите хер знает где. Не знаю. Так, ну что ж, друзья, мы продолжаем вот с этого же момента, как вы видите. Просто произошла небольшая накладка, но мы успешно разрешили это дело. Не останавливайся! Бросай. Хорош. Не останавливайся, беги! Смотри, он в каске. А мужик говорит, бежать за ним. Бежать. Ух ой, ты, ё-моё. У меня патроны закончились. На помощь! Блин, у нас... Ой, мужика тут месят. Да тут и меня месят. Для тебя, скажем так, это не так важно, как мужика. А, я ж тебе так и не показал свою добивалочку. Да я видел, я знаю, как она устроена. Она просто двумя ногами запрыгивает на голову. Ну да, это удобно, быстро. Да нахер ты бухаешь? Да блин. О! Вот о чем я тебе говорил. Собственно говоря. Но у меня в поддатом режиме урон хороший. Или нет? А ну отвалить от. О! Ты догоняешь нас тут? Ну, типа да. А то мне одному тяжеловато
приходится. Ни хрена себе тут баллонов. Целый склад. Чё, мы пришли? Мы пришли. За этой дверью вход в канализацию. Ведите. А, ну зашибись, мы должны, да, вести? О, награда. Отлично. Проход затоплен. Нам нужно откачать воду. Нужно закрыть вентиль и открыть шлюзы, чтобы снизить уровень воды. Вы мне поможете, друзья? Нет, спасибо. Пока мы не избавимся от воды, никто не пройдет. Я понял тебя. Но для начала нам надо отсюда выйти. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. И сейчас мы отправляемся, прежде чем выполнить задание в канализации, мы побежим на дополнительные задания. Так что отправляемся сюда. По пути захватим с собой обязательно парочку неупокоенных душ. Главное, хера себе. Товарищ, где-то ждет твоя помощь. Да мне тоже не помешало бы. Вокруг зомбаки. Ё-моё. Ох ты, меня все завалили. Офигеть. Завалили? Да. Там у меня жизни было не Кстати, очень. Кстати, да, я тоже очень близок к этому. Ну так. Самое главное, что я появился в таком месте, что тебе как бы, ну никак. Как никак? Вот так вот. Это как так, никак? Как-то так. А ну идите сюда, ладно. О! Да не речь ты так, ё-моё. Чё ты там? А как называется это умение, которое добивать позволяет? Не знаю. Как-то называется, да? Что там? Что там так? А-а-а, прям было. Вот так надо же колотить. Да ё-моё! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мама я! Не мог бы ты меня убить? Тебя? А? Да. Я тебя убить? Да. А что такое? Именно. Я застрял. Все, вот так вот прям. Ну, как бы, в принципе, могу. Как-то так. Мне не составит этого труда. Стреляй в сиськи. Стреляй в сиськи. Стреляй. Патронов у тебя еще тратить. На тебе. О, нажрусь. Не, я не горю. Горишь? Нет. Ну, блин. Проще было бы застрелить. А так? Тоже нет? О, я что-то умер. Ну вот я взорвал бомбу. Вот так вот ты меня разочек убил. Просто с одной плюхи фул хп. Если сейчас я прям в тебя кидал, то тогда ты вообще черти где находился. Так, ладно. А мне показывает задание в другую сторону, чем мы сюда идем. А потому что у тебя другое задание стоит. Вот весь секрет. Ага. О, привет. Эти исчезающие зомбари, это вообще отлично. Отлично. В этой... О, какие люди. Да блин, куда же ты бросаешь ее? Ну вот это другое дело. Товарищ греется там. А где-то у меня еще была такая хрень. Вот. Ого. Вот это. Ты что, ненормальный дядь? А ну-ка отойди оттуда. Беги оттуда, Михалыч. Сейчас попробую. Беги. Бегу, бегу. Начинается. Беготня это. Все. Зажарили.
человека. Мясо ест, не взял. Да ладно. Ха-ха. Успел. Ну ладно. Так, а мне, кстати, показывается куда-то вниз. Вот в эту сторону. Ну чё ты? О, вот как раз. Чё? О, хорош. Подача такая. Стой, 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 смотри, смотри. А, да он добитый, ты его добил, так что. Давай, показывай. Понятно. Стоп. Мне надо, чтобы он упал сначала. Пожалуйста. О, вот один упал. Смотри. Так, мы уже почти добрались. Между прочим. Во. Он умер так. Так, ну что ж. А, он умер, кстати, от воды. Да, тут какая-то ядовитая водичка. Обычно, они ж воде нравятся. А я, подожди, куда-то падал, меня там нормально так что-то потравило. Все. И что-то как-то GPS водит какими-то кругами прям. Вот это поворот. Твою мать! И не говори. Гори, гори, ясно, я. Ну что? Когда мы уже доберемся там? Сколько можно? Так, вроде сюда. Что-то здесь как-то туманно на рынке. О, верстак, верстак, верстак. Ты мне очень нужен. Верстак, это неплохо. Да, починиться надо. Вот так. О, так пистолет модернизировать можно. Да? У тебя что, зеленый пистолет? Я модернизирую. А, точно, пистолет злобный. А у меня отдельной, ну, полосой я как-то на него не обращал. Винтовка, ты один косарь. Разок ее апнуть, прикинь. Круто. Ну круто. Я уже без бабок. Чувствуешь, что зря я тебе ее отдал? А я чувствую. Так на нее патроны даже и не встречались еще. Да, мы не искали. Я бы как-то так это назвал. Тебе продавец нужен? Можешь купить у продавца. Джек, заходи, заходи, лутай. Сейчас. А что там? Там прям что-то... Прям совсем? О! Запись какая-то. Холодный нож. Какой алкоголь? Да блин, нифига он резкий, как понос. Надо прокачивать, по-моему, способность, чтобы я в пьяном виде мог получать дополнительное здоровье. А я не понял, почему он у меня бухать начинает? Похоже, что на каком-то слоте стоит алкота. Да, он стоит. Когда его поднимаешь, он, получается, в руку берёт. Ага! О, да. Чё здесь? Открыть, закрыть и все. Ни инсулина тебе, ни хера. А мы инсулин ищем? А... Ну ты, блин, афроамериканец.
культурный, блин, уходя закрывает двери. Так, нам вот сюда плакатное повесить. Это раз. Нифига там можно выполнить дополнительных заданий. Это... Можешь КП пополнить, если надо. Подожди, это эта станция? Да? Не знаю. Помнишь, мы с нее выходили, не? Не знаю, не помню. Не буду. О, здрасте. О, да. Смотри, сколько там это людей, с которыми можно побеседовать. Что-то как туда зайти? Так. Нифига тут. А, это там, где мы спасали первый раз. Я понял. Там, где зомбарей, помнишь, я сжигал? Что-нибудь дельное? Мне нужен отбеливатель. У меня здесь есть все необходимое, чтобы делать из него бертолетову соль. Мощь? Если вы принесете мне отбеливатель, я дам вам гранату или мину. Что вам потребуется? Можешь на меня положиться. Гуд, гуд, отлично. Вундербар. Любой отбеливатель пойдет. У тебя случайно нет отбеливателя? Очень чисто случайно нет. А специально? Я пытаюсь починить радиостанцию. Нужен трансформатор и кабель. Их можно взять в магазине неподалеку. Сможете достать их для меня? Ну, я попробую, а что делать? Хорошо, осторожней. Так. Не, я тут ни с кем не могу поговорить. Так, что? Мы превращаем это место в крепость. И я главный по обороне. До того, как мы нашли это место, мы везде искали оружие, но нашли только деньги. Мучи Денеро. Так что если вы найдете спирт для коктейлей Молотова, мы можем с вами поделиться. Все равно хозяевам эти деньги уже не понадобятся, да? Конечно. 5 бутылок спирта. Да легко. 2, 3, 4, 5. Эти твари у нас теперь будут факелами гореть. Оу, oh, е. Yeah. И коктейль Молотова. Якуар, мы с братом приехали из Кореи на заработки, чтобы отсылать деньги нашим семьям. Я вышел из дома, чтобы купить еды, а эти твари накинулись на меня. Если бы не Ник, я был бы мертв. Это он принес меня сюда. Но мой брат все еще прячется в квартире. Наверное, он думает, что я мертв. Он там совсем один. Ему грозит опасность. Вы можете найти его и привезти сюда? Прошу,